Далее, по этой выкройке сделанной, мы выкроили деталь из ткани софт с припусками на швы по этим сторонам и по этой стороне, которая у нас будет на тыльной стороне спинки стула. Далее, вот эти две стороны, которые у нас, собственно, будут огибать стойку стула, мы выполнили обработку на шве зигзаг-ролевым швом. Остальные швы были обработаны просто на верлоке краеобмёточной строчкой. Была выкроена полоса ткани шириной 16 сантиметров. Это оборка 14 сантиметров плюс припаски на швы по 1 сантиметру. И длина этой оборки равна длине между стойками стула вертикальными по двум боковым и передней части, умноженная на 3, так как заказчица попросила сделать глубокие складки. И еще мы добавили длину с каждой стороны по 11 сантиметров. Нашу выкроенную полосу мы обработали с четырех сторон, со всех четырех сторон на оверлоке. И одну из сторон, нижнюю складок наших, мы обработали швом под гибку с открытым срезом. И таким образом полоса ткани готова для того, чтобы мы сделали складки. Итак, мы начинаем шить оборку со складками для нашего чехла. Мы определили, что длина оборки, на которой располагаются складки, кратна 6 сантиметрам. Поэтому было принято решение делать складки глубиной 6 сантиметров. Для этого мы расположили на нашей швейной машинке магнитоограничитель на расстоянии 6 сантиметров от иглы. И сейчас мы будем выполнять складку без предварительной разметки и без сметывания, сразу располагая ее под иголкой. И таким образом процесс у нас будет происходить прямо прямо во время шитья. Итак, я включаю швейную машинку и располагаю нашу линеечку, помогая себе линеечкой определить длину материала. Вторую сторону складочки я располагаю прям близко к иголке. Так я закладываю складочки в 3 слоя. Опускаю лапочку и начинаю шить. Прохожу, конечно, делаю закрепочку в начале строчки. И прохожу я до конца нашей складочки. Вот он где расположен. То есть под этой верхним слоем мы видим, что у нас сгиб складочки. Прохожу я до этой самой точки. Она хорошо прощупывается пальчиком. И останавливаю ровно на том месте, где заканчивается складочка. И далее у нас происходит процесс образования второй складочки. Она начинается сразу там, где заканчивается первая складка. Делаю это с помощью линейки, кому как удобно. Можно это сделать с помощью отвертки, иного другого длинного и плоского инструмента.
Может быть, кому-то в этом поможет карандаш. Итак, я далее прострачиваю до конца нашей второй складочки. Где он находится, я чувствую это пальчиком, так как у нас под верхним слоем происходит утолщение. Сейчас мы застрочили выточки, которые находятся над под уголками нашего стула. Сейчас мы перейдем к обработке среза, который у нас расположен с тыльной стороны стула. Он у нас уже обмётан. Вот такая оборка для стула у нас получилась. Вот она так выглядит с изнанки. И вот такая деталь большая, которую мы условно назвали сиденье для стула. Что мы делаем следующим образом? Центр нашего сиденья мы скалываем с центром нашей оборки. Делаем мы это со стороны оборки, так как по измерению сантиметровой ленты вот эта линия на сиденье нашего чехла несколько более длинная, нежели эта линия. Это было рассчитано специально. И будем строчить мы по оборке. И таким образом у нас на нашем сиденье, то есть на детали, будет некоторая небольшая посадка. Эта посадка, она технологически для нас выгодна, так как в этом случае чехол лучше будет сидеть на стуле. Вот сейчас мы видим, как у нас выглядит стул с обратной стороны. И заметно, что на чехле нет складок. Главная гладкая ровная поверхность. Но здесь у нас расположена застежка. Если необходимо хозяйке снять чехол, то она сделает это легко и просто. Выглядит чехол с изнаночной стороны. Заметно, что в месте, где расположены застежки, у нас пришита лента велкро, в простонародье называемая липучка. Мы видим, что чехол выполнен аккуратно, в соответствии со швейной технологией. И в процессе эксплуатации
он не будет обтрепан,